Организацию досуга детей, занятость их во внеурочное время обсуждали на заседании межведомственной комиссии. Сегодня эта тема актуальна как никогда. Отдых, оздоровление и занятость детей – зона ответственности взрослых. Зачастую родители не знают, чем занять ребенка, куда можно обратиться по поводу его трудоустройства. А ведь в республике есть хорошие практики. Нужно, чтобы они стали достоянием всех. Было бы приятно любому работодателю услышать, что он не просто формально в этом участвует, а он пример. Это надо показать, потому что мы все равно идем устраивать своих детей летом, и нас всех раздражает, что дети дома, кто не уезжает. Но при этом хотим их занять, но не знаем где. Минтруд Республики ведет активную работу по трудоустройству детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Конечно, это временная занятость, но она позволит получить первые трудовые навыки и избежать негативного влияния улицы. Кроме того, к процессу подключится Государственная инспекция труда. Она подготовит методические рекомендации по трудоустройству несовершеннолетних для руководителей предприятий, желающих взять подростка на работу. Там есть определенные ограничения, и лучше об этом знать заранее, чтобы не вступать в конфликт с законом. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошеин, Республика.